Вот в такой нас заселили номер сегодня. Максерия Blue Hotel. Вегетарианская еда. За ним находится взрослый аквапарк. Аквапарк работает с перерывом обеденным. Симпатичные пальмочки, дельфины и водичка, как обычно. Открывается.
с ведра сверху. Один из выходов со столовой выходит прямо на аквапарк и на море. А вот остров виден, который, надеюсь, скоро облагородят. Вот такой вид из столовой отеля с другой стороны. Часов 30 минут утра. Бассейн пока пустой. Пройдемся к пляжу. Morning. Пляж еще совсем пустой, все спят. Кроме нескольких людей и местной собачки. Даже их несколько, 3 собаки. 4. Собаки, привет! Водичка очень спокойная. Сейчас окунемся. Даже еще не успели до конца облагородить, но обещаю на следующий обратно с пляжа утром и вижу кошечку. Кс-кс-кс. Китя, что ты тут делаешь? Испугался котенок. Вот такие здесь кошки. Мяу.
еще не открыт бар, хотя на баре тебе брать нечего. Сейчас пойдем в столовую что-то возьмем. Пляж все еще пустой, как и территория вдоль бассейна. Вода хорошая, я покупался, вышел с моря, никакого не было дисбаланса. Ветра тоже. Магазину, что я сейчас и сделаю. Засекаем время. Детский аквапарк тоже сейчас работает. Вот пляж отеля за дорогой. Находится магазинчик Бин. Супермаркет. Двигаться в другую сторону вдоль общественного пляжа, то мы попадем к еще одному мини-маркету. Вот я вышел с отеля и иду в другую сторону. Здесь будет супермаркет. Микрос.
Окей. Внутри супермаркета снимать не разрешили. Здесь рядом есть еще ресторан небольшой под открытым небом. Ну, на обратной стороне, как я уже говорил, общественный пляж. Горы едем за морем. Недалеко. Оригинальные, не местные, импортные ликеры, виски, ром. В общем, ультра all inclusive. Это ингредиенты для пиццы, да, Коля? А муку тебе еще не положили, да? Ну, подожди, скоро принесу.